Вспомнить о девушке-герое, которой на момент гибели было неполных 19 лет, собрались в основном молодежная аудитория. Курсанты военного института сил воздушной обороны имени Талгата Бигелединова, студенты многопрофильного колледжа имени Исет Батыра, а также учащиеся средних школ номер 21 и 27 зажгли маленькие светильники. Была исполнена песня «Алия», после чего ученики возложили свечи памяти к вечному огню. Сегодняшнее мероприятие посвящается 74-й годовщине со дня смерти героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Это свеча памяти. В честь, значит, ее зажигаем свечи и, значит, вспоминаем о герое. Затем мероприятие продолжилось в областном мемориальном музее героя Советского Союза Алии Молдагуловой. В числе приглашенных были исполняющие обязанности начальника управления культуры, архивов и документации Кадыргали Ермухан, а также родственники Алии Сапар Молдагулов, Алип и Тажен Саркуловы. Вот я лично сам в Ленинграде родился в 1941 году, 20 мая. А Алия, она меня с Смоленского роддома вынесла. Девчонке еще, ей еще 16 лет нету, вот до чего она такая шустрая была, боевая была с малых лет, по речи моей матери, как она рассказывает. Вот она вынесла меня с роддома в 16-летнем возрасте, еще по сей день. Вот я сейчас, мне на данный момент 76 лет, вот в мае мне исполнится 77 лет. Вот. И вот не знаю, как у вас по-русски выразиться, но у нас, как говорится, Аллах мне дал здоровье за счет ее, Алия Пай моя, она моя почти родная сестра. А организаторами мероприятия выступили специалисты областного управления образования совместно с общественным объединением КосШинар. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».